Всем! Сегодня мы находимся в Байкленд на Можайском шоссе и поговорим с вами о таких гарнитурах, как Sienna SRL и Sienna SRL 2, предназначенных для Neotec 2 и Shoei GT-R 2. И сегодня мы с вами рассмотрим гарнитуру SRL 2, предназначенную для такого шлема, как Shoei GT-R 2. У Shoei GT-R 2 есть специальные подготовочные места под гарнитуру. Это треугольнички. С одной стороны вставка на затылке и треугольничек с другой стороны. Сама гарнитура выглядит следующим образом. Как я уже говорила ранее, есть треугольнички для установки. Они встраиваемые и защелкиваются. Этот идет с кнопками, этот идет с антенной. Здесь идет аккумулятор. Также идут динамики. Все они между собой соединены проводами, что закрепляется следующими зажимами внутри шлема. Полная комплектация выглядит следующим образом. Сама гарнитура, зарядное устройство и провод для обновления гарнитуры, микрофон на штанге, проводной микрофон с наклейкой 3M, все документы на Sienna и ветрозащита для штанги. При установке гарнитуры SRL 2 не нужно много усилий. Все делается очень просто. При установке блоков прокладываем провода под подкладку. Поговорим о функционале данной гарнитуры. Начнем с того, что она водостойкая. Помимо этого всего, дальность приема сигнала 1,6 км, что позволяет объединяться райдерам в большие группы. Также данная гарнитура обладает свойством проигрывать музыку в фоновом режиме во время ваших разговоров. Управление гарнитурой происходит посредством голосовых команд. Для смартфонов существуют приложения, которые помогут вам настроить гарнитуру именно в том режиме, в котором вам нужно. Как и на многих гарнитурах, здесь присутствует возможность прослушивания радио. Если вы едете вдвоем, вы можете раздать вашу музыку на два канала, что позволит слушать и вам, и вашему спутнику одну музыковую волну. Постоянное обновление программного обеспечения гарнитуры позволяет улучшить ее работоспособность. Мотогарнитуры SRL и SRL 2 в наличии во всех мотосалонах Байкленд. Приезжайте, всем пока!